Сэнс, и сегодня мы будем играть с моим котенком Кексиком. Всем привет, ребята! У нас отличная новость. У Алиски убежал. У Алиски появился новый питомец, маленький котенок. Да. Кексик. Да. Как вам, кстати, имя Кексик? Если нравится, ставьте лайк. Да. Кто любит котят, ставьте лайки. Точно. Так, пойдем найдем, куда наш котик делся. Он уже где-то играет? Вот там он бегает. Сейчас мы будем играть мячик. Так, подожди. Давай расскажем о том, откуда у нас взялся этот котенок. Мы его спасли на самом-то деле. Этого малыша хотели утопить. Да. Мы вот других котят не удалось найти и спасти, а маленького Кексика, ну это мы его уже так назвали, мы забрали домой. И сейчас ему еще нет даже 2 месяца, он совсем-совсем кроха, да? Да, хотя и жирный. Хотя и жирный, он уже отъелся, мы его накормили, да. Напоили, вот. Он ходит, кстати, на горшочек в барсика. В барсик? Опять удрал. Сейчас я его принесу, не выключай. Так он вон играет, он бегает. Ай, грунь. Кексик, на. Что ты ему принесла? Ням-ням? Да. В игрушечной тарелочке кормишь котика? Кушает. Там внутри молочко. Он доел. Малыш такой. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!